Итак, всем привет. Так, сейчас включаем. Да, все, наконец мы ворвались в бой. Сейчас ворвемся, то есть. Сегодня у нас гость эфира, это Вика, Леди Шоколад. Вика, привет. Привет. Ну, Дэдпул с нами, так. Да, всем привет. Да, я с вами. Да, сижу. Так, напомню, у нас сейчас идет финал турнира на ножах. Играет команда Denver Shots против Kingers. Вот, смотрите, как сейчас какая команда Denver Shots пошла в инвентарь, снимает сразу видео. Я уже готов. Погоди, а какая у нас первая карта люкс или вторая у нас какая будет? Да, первая карта люкс. Вторая ДТ, третья металл. Это вообще супер. Ага, особенно то, что у всех бы как-то это неинтересно будет смотреться. Когда такое однообразие девайсов. Нужно все-таки какое-то разнообразие, по-моему. СБМ легче убить. Убить-то может и легче. Но пул, смотри, я тебе могу сказать, какой там донат сейчас будет за это. Я бы, считай, за такой донат тоже бы бегал в БМ. За первое место дается БМ, баллистический нож, кингадюк и золотая маска на 30 дней. Ты как будто не бегал бы в БМ. Мне было бы пофиг, я бы бегал с М7. И убил бы. Да-да-да. Блин, да, это неотъемлемая часть меня. Так что... Нубим, пацаны. Да, всем нубим, пацаны. Тут уже Дэйл проживают. Понимаешь, наверное. Верхнюю тумбу тоже уже прошли. Тут уже их на бете зажали. На восьмерке. Рак сделает первый рак. Просто такая толпа на восьмерке, это жесть. Все, мне кажется, они уже даже не понимают, кто куда бежит. Да, они просто бегут за фрагом. О, фраг, мое. Как чайки налетают. И все. Ну, 4 в 3. Да, смотри, команда атаки развернулась и убежала на альфу. Упал, но мы сделали, я считаю. До этого было сложно додуматься. Ну, делали 2 минуса на бете уже. Ну раз они все на бете были, так что... Всё. Вот сейчас хамло как раз... 1-4. Ай, нет. Ну что-то он не дал. Да, я думал, что это Рэмбо может слушать и как-то раздаст. Потому что я сейчас включил, посмотрел, мне говорят, мне понятно. Так что сейчас я исправлю. Сейчас исправлю свой фон. Ах ты! Ах, я, да. Фу, таким быть. Фу-фу. Я бы уволил за такое. Что там уже? 3 в 3 остаются у нас команды. 3 в 2. 3 в 2 даже. Да, в 3-2. 3 в 2. У пушистого 13 хп, так что у него... Ох, хамло выдает. Хамло убей пушистого. Хамло сейчас когда? Ой, дурачок, хамло вот сейчас хамло просто мимо пролетел. Хамло опять снова метал. Не дал. Хамло никому не дает. И второй раз уже не дал. Кошмар. Правильно, нифиг давать. И давай кому попало. Ух. Кому там пишут? Так, вот, ну, тут мне сообщили то, что из-за помехи, я думаю, может быть, перейти тест, чтобы не было этих помех лишних раз, микрофонов. У меня такое вот предложение. Это вполне возможно. Неплохой вариант, я бы сказал. Да-да-да, я бы так согласился, но... Я всегда говорил, что ТС лучше скайпа. Нет помех, я не слышу. Ну, ты не слышишь, тогда иди на стрим и услышишь. Я тоже помех, ну как, я слышу шум как такой... Да. Ох ты, вот это сейчас, да, как его там, дэйкик дал, просто даркик. Даркук. Почему даркук, если даркик? Да дикого сейчас убьют все.
Ну он сейчас просто замахнулся, убил одного и вторым ударом второго еще задел, и просто минус два моментально. Дикому хана. Да дикого уже зажали со всех сторон, жмут, прессуют. Гопники налетели. Оп, сзади подошли. Первый раунд забрал команда Синь, забрала. Так что правильно сделала. Так неплохо забрала. Взяла полностью. Ну, как зарезалась их полностью. Как думаете, кто сейчас выиграет эту карту? Команда Синь или команда Красных? Я. Ну это понятно, что ты всех выиграл. Раз вычка тебе ничего не дает, значит, как. Два пыта вычка я тоже затащил. Просто есть интересная команда. Я болею за синих. Я за Красных. Я просто болею. Мне не нравится пушистый 87. А мне нравится King Sexy. Ну, понятно. Так что я болею за него. А мне нравится 2-2, мне все равно. Самый классный ник, по-моему. ГМ Пикачу самый классный. Нет. А вот ПТВ 1-2 рулит, ну чё? Так, ну чё, Пикачу там вообще, фу. Фу-фу. Да-да-да. Ой-ой-ой. Ой, сейчас Даркика спасла. Пушистый один остался. Пушистый ничего не сделает. Ну, он же белый пушистый, как можно сделать. Опа, видал бы, пусть бил. Ну, и всё, давай, да, отпидай. Да-да. Нет, смотри, опа! Да вот я тебе говорю, ты просто его недооцениваешь. Он, смотри, сейчас будет бегать вокруг дока. Он почему он не сбирает? Почему? Лох! Что таким быть? Почему? Непонятно. Как? Он задумал, что такой, ох, какой бы я крутой, типа, два этих сбил уже, диффузом. Долби по кнопкам. Я писал тебе сообщение, то, чтобы мы перешли в ТС, так как меня на стриме говорят очень плохо слышно из-за этого шума. Но я уже не могу орать никак громче, у меня уже горло аж болит. Микрофон, рот. Не-не-не-не. Рот и микрофон. Так нельзя. Всё-таки я пушистого недооценил чуть-чуть. Я думал, это как раунд затащит. Ну вот видишь, он не втащил. Ему внезапно пришла формула. Формула? Какая-то новая. Он изобретатель, короче, я так понял. Может, он придумал, как провести термоядерную реакцию? Не знаю, но синие победят точно. Инфосоточка? Опять пушистый один остался и только одного зарезал. 87 это по-любому год рождения. Но неизвестно. Это регион. 1987. Откуда такая достоверная информация? Я чувствую это. От Панга. Все понятно. Я в Англии. Я сегодня провижу будущее. Хочешь, я тебе расскажу, что завтра будет с тобой? Давай, пиши прям. Тебя разорвут на части. Плохие люди. Хорошо. И как Пикачу, да? Какие нехорошие люди. Что значит как нет? Ну, вот так вот, нет, и всё. Так, а 4, вот я смотрю, 4 раза подряд берет команда Дефа, да? Так, я снова с вами, просто залипку или что, на что? Ой, сейчас 3 минуса уже дали, и команда с ним остается минус 3, они пойдем. Да и не важно, затащит. Можно всегда конечно, затащить. Ниже хамло есть. Ниже есть секси. I'm sexy and I know it. Да мы все в курсе, Вик. Бежим! Кинг, мне кажется, хочет ворваться, но как-то боится. Не, он ждал замаха, наверное. Он думает, что когда он сядет, что-то пойдет не так.
Да, ему кинуть драму. Думаю, что пушистый пойдет сбивать деф, как обычно. И все, хамло один. Зарезали. А секси... Ох. Прилетел ты. Ну вот у нас осталось 2 раунда, и сейчас мы последних мы узнаем, что его затащит. Бежим! А грены разрешены или нет? Гранаты... Сейчас скажу, прям... Точно. Мне кажется, они не летают. Я не баулся, это Ctrl F на форуме. Нет, похоже, нельзя. Я вот... Нельзя, я уже так вижу, не пользуюсь ими. Все, 3 в 1 и тихий, с 13 хп и ничего не затащит, это точно. Да. Ему дали по голове. Его дали, блин, сам, блин. Очень по голове. На сосиски. Как Вована режет обычно. Ой, Вована часто режет? Да. Почему я не кушаю? У него от ляшек мясо отрезают, делают из этого колбасу, сосиски. Все, всякие мясные продукты. А я думаю, что сосиски в последнее время невкусные всякие? Да правильно, Вована кормит всякой фигней. Ну, конечно. Я... В Макдаке как-то... Неправ, я в Макдаке ел тогда 2 декабря последний раз. Вот, Это первого был? Ну, в Макдаке? Первого. Да. Это что такое? Макдоналдс. Биг Мак. Я ни разу там не была. Ты? А в Иркутске печаль, просто нету, да? Ну, ты приеду в Москву, обязательно не поведешь. Я, конечно, схожу. Только ты мне подарок мой, да? Банку. А, банк, конечно. Я тебе прям там наделаю свежую банку. Ну, если вы понимаете, о чем я, то сейчас подумаю, что я не то наделаю. Она просто идет к врачу, и она же будет давать. Так что... А ты, я смотрю, у нас этот копрофил какой-нибудь. Копрофил? Начинающий. Копрофил. Это как фил, только копра. Копра. А, все, ребята. Синие затащили одну сторону со счетом 5-4. Молодцы, ребята. Пацаны, вообще ребята. Сейчас будет смена. Походу. Да. Что они делают смену? Смену прикид не хоста и делают сама смену. Да. Мы в тебя верим, ты можешь. Я тоже могу. Все могут. Мне кажется, команда синих все-таки затащит эту карту. Ну теперь команда атаки, да? Мое седьмое чувство подсказывает это. Ну, для меня не седьмое. Седьмое? Да. Фига себе, а шестое или какое? А тебе все расскажи. Да, я такой. Потом тоже захочешь. Какой ты любопытный. Потом тоже захочешь и все, не останешься. Ясно. Только я могу так. Ты меня только больше заинтриговал, понял? Понял. Ты понял? Видишь, ты отшивай. Понял, нет, ну ты понял? Ты чё, не понял? Мне кажется, он уже всё понял. Я не понял, как он, ну не знаю. Как уж ты понял? Вот всегда смотрю на ГМ Пикачу, и мне нравится попадание в голову 105%. Не, ну сразу видно, мозаик ломало, всё там нарисовало. Какой мозаик? Это true skill, ты что, 105%? Это прямые руки просто. Только скилл. Они не то, что там прямые, они идеально ровные. Они изогнуты под таким углом, под которым надо. Так как мышка держится, да? Клавиатурой. Там не то, что она держится, она вросла в руку прям. Единое целое. Да. Я даже в универ езжу с мышкой и с клавой, потому что меня цепляются. Ноутбук с собой берешь, наверное, чтобы печатать удобнее было лекции. Хотя не, печатать лекции, не слышал. Зачем печатать, если можно поспать? Во-во-во, плюсую. Ну, полностью с Викой согласен. Ну как порисовать? Можно побазарить с кем-нибудь. А вот когда базарить, не с кем-то поговорить. Я найду всегда с кем поговорить.
Ну, у тебя... Не, ну подожди, это еще от лекции зависит, потому что на некоторых кикают, так сказать. Делают команду эксит. Слэш-эксит, номер слотана. Нет, ну там не эксит, конечно, но кик бан. Вылетел отсюда. Да, бан еще на недельку. Ну ладно, эксит. Ну, не знаю, мастер бан, у меня такого не было, у меня только было кик. У нас было такое, у нас там на целый семестр кикнули, забанили пацана, он потом экзамен даже не сдал. Ходил что-то, вот до сих пор, правда, учится, но в течение 2 лет он до сих пор не сдал, по-моему. Не, ну с кем не бывает. Это меня в том году тоже не хотели допускать на экзамен, но... Не допустили. Не допустили, я просто пришел, сел за компьютер, начал сдавать. Что ты для этого сделал? Ну, такси вытащи давай. Нет, так как ты совсем никто не будет давать. Да, да. Только ты так умеешь. Не, ну смотрите, бухучет на 5 сдал, все нормально. Даже билет не рассказывал. А у тебя препод кто? Пол. Старушка. А, ну так все понятно, понятно. Да ладно, стесняла. Ну ладно, да, вы раскрыли мою тайну. Да. Да ладно, с кем не бывает вот. Но пол, я не знаю. Чего не сделаешь ради достижения цели? Правда, только у меня одна тройка там в истории. Надо исправлять. Ну так ты... Вот ты лошара. Лучше исправляет. А? Что-то не доисправил ты немного. Ну, я просто пришел даже готовый, лекции с тобой не взял бы поставить, ролик. Да, лекции не взял. Так и скажу, что было плохо в этот день. Что ты не смог. Лучше. Не фоткнул. Устал после предыдущих предметов. Ну да, там 8 предметов за четки стоит, так. Ужас какой. Сколько мне работать-то пришлось, вы представляете? Нет, мы не представляем. Страшно просто. Мне тоже было страшно, когда ходил Козлову исправлять. Че Козлов? Она Козлов. Нет, это он. Бабушка Козлов. Бабушка Козлов. Прям прилагательный какой-то, а не фамилия. Вика, а ты, похоже, будешь права, то, что команда, где... Да, где секси играет, ой. Да, у них уже счет 7-4. И где Зубастар играет. Кингс называется она. Кто Кингс? А, ну это ладно. Ты точно не Кингс, а вообще не Тру Кингс. Даже просто не Кингс. Просто Опа Гангс, да? Просто Вова. Или Опа Джигл, да. Опа Джигл, да, первый раз слышал. Ой, ты чё, не видела это видео? Нет. Ты жизнь зря прожила, Вика. Кошмар. Там же Гурда жевал на Красной площади в Килте. Вот же Гурда. Да-да-да, именно так. Он еще и сам пел. Как сам написал трек? Он потом еще говорил, что он этим действом отменил конец света. Просто уличный маг. Дэвид Блейн. Да какой там Дэвид Блейн? Там, я не знаю, Копперфильду не снилось даже. Ты какой-то уже Мерлин или Гэндальф, я не знаю. Гэндальф? Смотри, команды у нас остались 3-3, но почему-то... Они боятся? Вот, почему-то боятся. Ну вообще, силы одинаковые, по сути. Ну смотри, у одного 13 обиды. Смотри. Ну вот, надеюсь, Доркуф сейчас срежет. Да, братан! Не братан он. Оп, один на план, двое на планете. И все, и все, пипец, хамло. Давай, хамло! Минус. Фу! Да, чуть-чуть не успел. Вот, ну, да, блин. Летел бы он, да. Как Rainbow Motors и выжил. Все, минус 2, раунд взят, все, победа. Ну, у него не получилось. Да все, мы накаркали. Покажи всем ему мастер-класс. Сыграй без него, он будет спектром, а ты играй. Ну, у меня тут костяные ножи есть. Ну, ладно. Будешь с ним бегать, смотри. Нет, я буду с костяными. Нет, с костяными. Костяные нельзя. Можно костяные. Да ты чё? Давай допишем. Я отвечаю. Правила новые. Я слоупок. КМ Пикачу можно костяными ножами. Правила таким красным выглядит. Да. Пикачу костяные ножи. Он и хардкор. У меня даже программа для записи видео тут нет ещё.
Ой, да тебе зачем видео? Тебе это... стрим. Не, тебе ТП дадут, все. Не, просто я помню, когда новая покупала, и до сих пор многие программы не установила. А ты когда покупала? В июне того года. Ну, 2012-го. Ну, я тоже где-то так же покупал. Просто свой старый я спалил случайно. Ну и плюс к тому же, перед Новым годом мы включали свет два раза подряд, и у меня слетели все программы. Интересно, это же как так? Ну вот так, скайп не работал вообще, то есть там выдавал ошибку, то типа ваш логин уже подключен с этого компьютера. Ну и все остальные программы тоже выдавали. Нет, вы видели, что я срыв хотел сделать? Да, но вообще все круто. Его обломали. 8-5. Два раунда. Остается красный компьютер. А потом у нас будет ДЦ вроде, да? Да. И может быть Метаун. Давай нет. Да давай, да, давай, нам ДЦ хватит, все. Не, я Метаун, я хочу Метаун. Я не хочу Метаун, мне не нравится карта Метаун. Ты просто не играешь в ФБ, ты не тяните. Я вчера играла в ФБ. Вай. Что ты, это не ФБ? Нет, мы в ФБ вчера играли. Вот они... Доти, между прочим, тоже мидл рулит. Правда, там мидл ло, а у нас мид. Опра, сейчас галочки с майка развели. Остался последний раунд в команде атаки. 5 раунд, и они выиграли. А прикинь, сейчас просто сольют. У нас была на лане как раз такая история в Иркутске, когда команда выигрывала 9-1 и слила все раунды, начались допы. И в итоге и на топах они проиграли. Ну, у нас наподобие такой ситуации была в Семи, когда я играл. Мы так уверенно шли с чирами. Сначала проигрывали 5-4. Потом на смене какое-то вдохновение такое появилось. Мы начали их выигрывать 9-4. Потом у нашего тиммейта Граш, и все, у нас всегда сбилось 9-9, все. А допы? Допов не было. В смысле? В смысле, это групповая стадия была, так, 9-9 по очкам дало одно очко, и все. Так что да-да. А мне это больше напомнило, когда я проходил отбор стримеры, мы стримили праки, кто там играли, РДС, против кого-то играли. Так вот, РДС сначала вытащили 6 раундов подряд, просто 6-0 был. А потом они 7 раундов подряд проиграли. Это было просто эпично смотреть. Они так сливались глупо. Ну, они просто стеснялись над кем играть, над кем играть. А, смотрите, синие не хотят проигрывать. Да, не хотят. Скажут, блин, я хочу Москву на 30 дней, не хочу на 14. Я даже хочу Москву на 30 дней. На 100, у меня уже есть маска. Вик, у тебя и так маска золотая, чего? Куда ты сейчас хочешь? Вики, вообще безлимитный донат. Да-да-да, наверное. Чё наверное? Что значит наверное? Что за неуверенность? Ну а вдруг у неё там непостоянные донаты, там вообще стать не будет. Всего на 4000 лет, да? Не, ну вдруг я там... Зачем начислять на 30 дней, если можно на 4000? Лет. Дней даже. Секунд просто, на 4000 секунд. Ну это тоже мало, на целый день хватит. Даже, наверное, больше. На пару дней. Ну, посчитайте, смотри. У меня калькулятор сломался. У меня телефон далеко. Ну ладно, сейчас свой айфон 6 достану, так что пусть. Что? Специально для тебя? Да. Да. В китайском подвале выпустили. Мне кажется, к этому времени турнир заканчивается уже. Что? Турнир заканчивается, говорю. Ну, уже закончился. Да. Первая карта тут заканчивается. Да, первая карта, так что не надо тут, да? Победили Кингзы на карте Люксиль. Да, победили на Люксиле. Да, Дэдпул, наверное, знает, откуда этот Люксиль пошел. Да, мне крышанул. Ну так тебе и надо, ха-ха-ха. Спасибо тебе. Гашеньки. Так. Вот смотрите, смотрите, у нее еще 97 ОС. Ну вы же читер, просто читер. Нет, я просто классно играю. Ой, ПВП, да? Нет. Вот видите, классно она играет. Да, я играю классно, когда у меня есть настроение. Ну,
Да ты ее недооцениваешь просто, она умеет Армагеддон. Да? Еще и, наверное, практикует. У нее там почти 448 хп. Нет, 110. О, фу, все, ты просто давай не подходишь. Даже у Вестрака 142. У кого? У Вестрапа. Ну, ну я же не Вестрап. Что? Ну, ты Вика. Ты Пикачу, как ты можешь? Пикачу, я тебя вызываю. Вика, а почему, кстати, не Пикачу? Вот так захотелось мне. Почему нет? Не, ну можешь связано с детством, где-то покемоны, не знаю. Нет, знаешь, просто так придумал. А вдруг? Конечно, это Пикачу. Нет, это... У меня есть только друг. Называл Пика-Пика, и мы все назвать не Пикачу. И тебя все пишут Пикачу, да? Палочка пишет, что мне пора начинать шутить, потому что там все ждут. Палочка пишет в клан-чат мне, что Вика, давай уже шутить, там все ждут. Кто ждет? Где ждет? На стриме все ждут, когда я шутить начну. А, ну давай как на том. Надо, ладно. У меня сегодня беда случилась. Меня сегодня сам сайт из друзей удалил ВКонтакте. Кошмар, как ты будешь жить. Ты не платишь еще? Нет, только со стула три раза прыгнул и не помогло мне так. Она тебе тоже говорила, что она тебя любит? Нет, слава богу. Нет. Нон-стоппер убрал из подписи Сенсай Кван Лав. Да, что да, это да, значит? Я видел. Что это вот могло эти... значить? Ну, не знаю, не знаю. Годзи свой. А что Годзи? Годзи Наташа есть, так что все. Наташа? Да, да, да. У меня есть рифма на имя Наташи, но помолчу. Ну-ка, напиши ты. Ты уж тогда озвучить? Сначала напиши, потом мы подумаем. Да, мы подумаем. Наташа, 3 рубля. Ну, она ваша. Она, ладно, всё. Наташа? Буга-га. Буга-гашенька. Чё тебе не... Я промолчу. Смотри, тут Кном пишет, кто стримит, вот девушка. Это как понять? Ты, наверное, Кном хотел спросить, кто стримит сейчас, но стримит Дэдпул, Годзи и Вика Леди. Наверное, хотел спросить, что за девушка там с нами кто на стриме. Кто это, ребята, что за ноунейм? Ну, вообще, what the fuck, мазафак. Так вот это... ГМ Пикачу это. Больше ничего вам не просто ГМ Пикачу. Дайте так. Пикачу. Хочу Пикачу. ГМ хочу. Или ГМ не хочу. А я хочу Пикачу. ГМ не дам. Отлично. Гениально вообще. Не, ну смотри, как это выглядит. Нормально. ГМ не дам. Ну ладно. Конкурс нарисуй, не знаю. Вот, Хэмиси, смотри. Нарисуй, как ты представляешь себе Годзи, давай. Давайте, кидайте все. Кошмар. Да, конкурс на то, кто как представляет себе Годзи, можете рисовать. Только у нас нашу. Фотошопить все что угодно и скидывать. Нет, фотошопить нельзя. Только Paint, только хардкор. Нет, можно вырезать там фотографии. Нет, сейчас Диана там делает, мне это не нравится. Можно в фотошопе вырезать, как вы представляете себе Годзи, и приз будет донат такой же, как за турнир на 3 дня. Ни хрена себе, а мне можно нарисовать? Я тоже хочу. Годзи, ты будешь рисовать, как ты представляешь себе Годзи? Там себя нарисую, сейчас нарисую там какой-нибудь матч. Знаете, я фотку выложу свою. Да, ты тебе нужно нарисовать, нельзя. Да, нарисовать можно там. Смешно, чтобы можно посмеяться всем. А как? Лучшую прошло. Работу помещу себе на стену ВКонтакте. Вай. А я еще распишусь. Буха. Фотограф. Да. Жалко нету нашего фаворита Фила. Ололошка, который. Да, он прям он бы сейчас. Сейчас бы работ 10 уже за минуту скинул. И он бы уже нарисовал и получил бы приз. Да сейчас Диана все нарисует, не чуйте. Так, Диана тоже. Диана, запомни. Я к тебе приеду и покажу тогда.
ты угрозу? Тиан, он ничего не сделает. Ничего не делает. Свяжем и не тебе квартиру. Тиан, он ни о чем. А, смотрите. Вика, смотри, что тебе Снэкс написал. Задает вопрос тебе. Ты в подвале сидишь? Нет. Я сижу дома. В своей комнате. В подвале? Нет, на втором этаже. Ну, можно считать со второго этажа снизу или сверху как? Снизу. Дурачок ты какой-то, Вова. Не, ну... Ладно, пропустим. Или ты имел в виду, что типа до девятого этажа, второй этаж — это подвал? Больше никаких вопросов нету интересных? Ну, пока что в чате нету. Ну, какие-то ребята сегодня скучные, не задают вопросов. Короче, ребята, такой конкурс. Задаете любые вопросы Вике, она на любые вопросы отвечает. Только сегодня и только. Только сейчас, на карте ДЦ. Вот-вот, все. И за данные стороны только, на следующие уже все. Так что давайте, ребята, успевайте задавать вопросы. Активно, да, активно. Рисовать годи. Штяк у меня призывает. Пока. Пока, Дэдпул, пока. Ура! Я всегда мечтал быть. Ты был хорошим другом для нас. Да? Ты был хорошим стримером. Верное. Ой, наверное. А прекрати, что ты делаешь. Вот, вы же, смотри, полились вопросы. Next, да, любой, какой хочешь. Хеннесси, я уже скайп пропалил. Смотри, Вик, уже первый вопрос. Вика, за кого ты болеешь? Болею. Ну, в этот раунд я тогда болею за красных. Нет, ну за Годзи. Красные. Годзи никто не болеет. А вот смотри, еще вопрос. Сколько звезд на небе? Очень много. Но это не ответ. Ответ. Нет. Это не ответ, это ответ. Ну, на самом деле ученые еще не подтвердили, сколько звезд. Ну, я и говорю, очень много. Потому что звезды постоянно рождаются за ноги. Как их существовать? Это сложный вопрос, мне нужно помочь. Мы слишком слабые звено. Ну вот он не про ПБ имел в виду, а говорит, за кого ты вообще болеешь. Оп, у нас еще и левый игрок присоединился. Викай, давай, действуй, карай. За кого я болею вообще? Да, вот. Ну смотря где. Ну вообще, она говорит. Нет, но я тебе могу по секрету сказать, она болеет за Годзи всегда. Да врет он все. Не слушайте вы этого дурачка. Ну ладно, ладно. Болею за себя в большей степени. Это правильно. Зачем болеть за Год, когда можно болеть за себя? Смотри, он сейчас написал, да, сейчас в матче. Вообще непонятно. Только сейчас он говорил то, что не в матче, а сейчас в матче. Как-то странно. Он сам не понимает, что хочет, не определился еще. А у нас еще левый человек зашел, Вика. Ай, Вик, да. Косой 11-2 и много-много. Ты все слоты помнишь? Я чего помню, на каком ты? Я сидел прямо над тобой. Ну это тогда получается так... 13 слот. Да. Математика. Я просто вспоминал, как они сложили. Давай быстрее заходи, чтобы всякие... Няшки не заходили. Тут просто напрягает. Смотри, это Дабагит, или Дангер Шот, Вика. А. Да, вот тут Нор просто Ноб спросил Кинги или Дангер Шот. Фига себе спросил, он тут орёт уже полчаса. Я не знаю кто, но... Смотри. На этой карте я буду болеть за... синих. Короче, она будет болеть за тех, кто будет выигрывать. Кинг не выигрывает. Не за Кингов. Прошлое пляло за Кингов на это, чтобы все было честно. Смотри сейчас, как они выиграют, короче. Но ты болеешь за синих, это и есть Кинги. Ну блин, тогда за красных. Облом. Смотри, тут такой интересный вопрос задали. Вика, а ты бьешь током под Пикачу? Иногда да. Иногда приходится бить током.
Норм. Я болею за атаку, так как там два веселых ника. Это пушистый и дикий. Мне не понравились. Я не знаю, чем они пушистые, но ладно. Ну. Но... Ой, пушистые, чем они дикие? Пушистые. Да, тут Хеннесси вспоминает наши ночные похождения, как мы сидели. Что вы делали ночью, скажите мне, пожалуйста. Ну, если ты какую-то перечитаешь, то ты просто плакать будешь. Расскажи мне в двух словах. Короче, смешные видюшки, да, конечно. Так, Вик, опять косой зашел. Он тут хочет передать привет Кинге. Кинге, вам привет от косого. 1, 2 и несколько ноликов. Не смогу подсчитать. Какой-то странный человек. Да-да-да. Но знаешь, что турнир все равно заходит. Ну потому что Дэдпул днище никак не может дойти. Уже где-то минут 5, наверное. У него спасибо и Нови за это. Не, а при чем еще Нови? У тебя там цветок такой. Так, что все? Да, видишь, Вика выкрутилась. ОБК. Шинки. А, знаешь, кто это был? Это, оказывается, Next был. Да-да-да. Next? Ладно, сейчас я вернусь быстренько. Да. Скажи ему, чтобы он не заходил больше. Next, ты слышал эти слова? Не заходи больше, ты Вики передала. Не делай этого, пожалуйста. Не будь таким злым, пожалуйста. Снова силы равные. 2 фулл хпшных и 1-13. Да-да-да. Вот. Поставили план бета. Смотри, куда Рекс запрыгнул, а здесь упал. Не упал, он спрыгнул. Жалко тут, конечно, то, что ПБН турниры запрещены посадки, как в Counter-Strike, тогда бы было бы намного поинтереснее. Не знаю, смотря с какой стороны посмотреть. Ну, допустим, вот знаете, козырек можно будет, было бы запрыгнуть. Ой, пушистый! С одного раза, ты видал? Все правильно сделал, ты бы так не смог. Не, ну конечно, Годзи только минус 5 бы сделал так. Годзи бы просто умер самый первый на 5 секунде. Ну, можно, можно. Не, ну я бы следил бы, тоже комментировал бы игру, так что... Ищем плюсы из игры. Паша 225. Это точно не год рождения. Ну, может так сделать. Так. А. Он, наверное, хотел глаза 8 написать, промахнулся, написал глаза 5. А потом еще раз промахнулся и нажал окей, да? Ну да, всем не бывает. Или Паша 2-2-8 было забито, занят, то есть. И он решил 2-2-5? Да. Не знаю, может это количество его детей? Тогда это уж слишком. Нет, ему надо поаплодировать, когда будет. Причем от одной женщины. Тогда поаплодировать надо будет ей. Да-да-да, не у... Пахан что-то тащит, еще пытается. Ну, мне кажется, это... Все, он раунд не затащил, а так это был второй раунд. Ну, команда на него обидится. Он гонится за Рексом. А Рекс просто бу-га-га, бу-га-га. Нук, да, я читаю чат, так что... Я не успеваю его читать, а одновременно следить за игрой и перелистываю, и читаю за чатом. Иногда отвлекаюсь на игру, и так что... Вот так вот как-то так. Ты должен иногда отвлекаться на чат, а не на игру. Да, мне тут... Ладно. Что? Полностью с тобой согласен. Вот так. Ты что-то хочешь сейчас сказать? Да, я не, мне все нормально. Ты еще ништяк? Ты боишься меня. Я тебя? Да. Просто боюсь, что ты то, что... Блин. То, что ты мне да. Банку не пришлёшь, вот. А, ну так тебе нужна моя банка, да? Да-да-да, обещанная. Будет банка. Мне еще мелкий шоколадку обещал. А вот шоколад тебе не подарят. Да-да-да. Почему? Потому что Годзи так сказал. Ну, значит, ты мне подаришь. Ну, будешь в Москве, я еще и Макдак сложу. Вообще, офигенно, надо в Москву, короче, ехать. Макдак сводят, шоколадку подарят. Прям вообще все в шоколаде. Не будет шутить. Ну давай, давай, пошути. Егор, да, если Кинги сейчас затащит, то третьей карты у нас не будет. И мы пойдем спать. Ну как спать?
Ну кто-то в доту играет, а кто-то фильм смотрит, да, Витя? Я фильм смотреть, ты в доту. Нет, ты в доту, я фильм. Ты не смотришь фильм, у него. А ты в доту не играешь. Нет. Вот слышали, слышали? Она играет в доту. Нет. Да-да-да. Ты а еще борщ готовишь? Борщ не готовлю. Борщи только ты у нас готовишь. Нет, борщи не готовишь. Я только пельмешки. Причем на всю квартиру. Я только пельмешки не. И вареники. Да-да-да. Может, сам как вареник. Ну, не надо говорить, да. Какой ты вареник, с картошкой или с капустой? А ей, я снова с вами. Ясно. О, а ты отходил? Они про тебя уже здесь забыли, думали, кто такой РДА2. Пришел. Зачем мы ему слот оставили? Вообще непонятно. В скайпе зачем ты ему еще позвонил? Да-да-да. На стрим пустили пропиарить. Ну, вообще. Не нужный человек. Все, Дэдпул убедился. Он будет молчать до конца стрима. Да, он обиделся, пошел в угол, сами сейчас зайдет в игру и будет сидеть молчать. Нет, он сейчас зайдет в игру, короче, будет молчать, не включит наблюдателя и будет играть. Да что вы врете, я уже все сделал. А, то есть уже так сделал, да? Да, ничего не видите, вон я играю. Сейчас играть начну, да? Да. Сейчас я тащить, короче, буду этих красных. Это что-то они прям капец, не идет у них. Ну, может, пацаны не настроились на игру. Ну, вот сейчас я их настрою. Да, он сейчас будет орать. Пацаны, Зигураж, Зигураж! Причем Зигу не получается рашнуть в одном раунде. Все равно Зигураж, Зигураж. Все 9 раундов все следят. Пацаны, все равно Зигураж. Я считаю, на... Коти, меня просят намекнуть тебе, что тебя плохо слышно. Ну, ребят, я как бы знаю, но не знаю, что делать. Это и сплит, это все беда, просто печаль. Смотри, сейчас лихомор взорвется с бочки. Нет, просто у меня голос классный, у меня хорошо слышно. Ты просто перекрикиваешь всех. Бу-га-га. Ты всегда будешь завершать это слово? Да. Всем два раунда до смены. Всем? Пока. О, вот наконец-то там. Идут кинзы. R2D2. R2D2 не веселый сегодня. Вообще новогоднего настроения особо нет. Ну, а вот какие. Что ты делала на Новый год, Дика? Дома была. И все? Да. Как-то. Два часа уже легла спать и видела хорошие сны. А, тоже год дебила, да? Шлепала. Не-не-не-не-не. Чё не-не-не? Не надо меня шлепать, мне еще банка нужна. Какая? Обещанная твоя. Ну вот. Так и не прислали ни одной работы про Годзи. Ну вот видишь все какие. Вот про Вику вопросы, то сколько там было. Да-да-да, ребят, кстати, задавайте любые вопросы. Вики, она ответит. Ну как любые? Ну, пределах разумного, да. Самые пошлые и плохие вопросы были в бане. Кто-нибудь как задаст там вопрос, я не найду, что ответить, заплачу и выйду. Ну, смотри, самбука, так? Самбука? Да, сказала, готова. К чему? А, она сделала картинку? Не знаю, но написано готова. А, вот, мне скинули, по-моему, вот сейчас открыть вопрос. Давай, кидай нам в группу. Мне кажется, это надо в папке. Ну, не знаю, я тебе сейчас тогда с паблика заберу права. Это работа палочки. Ну, я уже понял. Название. Вот это да, надо. Все. Давай, вот эту в паблик кидай. Я добро дал. Добро дал? Да. Так, Диана мне еще скинула. Не, вот Диану мне страшно смотреть уже работу. Не, Диана умеет и магет, надо ее обязательно. Смотри. Диана, ну как? Ой, я прям. Я сейчас на аватарку поставлю даже. Мне кажется, очень смешно. Ну вот, пока у нас есть две работы. Блин, мы уже
первая сторона за командой Кингсов, блядь. С учетом 6-3, по-моему. Да, 6-3, 6-3. Вот. И год за себя нашел новую батарку. Они еще говорят, что у них краш. Что говорят? Краш. Да, у них там вроде дикую крышануло. Ну, ребята, давайте присылайте еще свои работы. Две работы недостаточно. Не-не-не, нормально. Диана просто мастер фотошопа. Вообще. Диана молодец, уже который раз присылает очень смешную картину. Да-да-да. Коди, такой красивый. Благодарю. Да, мне прям тоже понравился, слушай. Вот, вот с этим словом я сейчас не рад. Я старался. Не, ну почему? Мне очень нравится, правда. Мне тоже вот если бы ты был таким... Таким? С таким лицом? Я перепал не только баночка. Чего бы? То мы бы тебя все любили. А так? Да, а так только баночка. А так мало тебя кто любит. Не, ну чтоб такого это надо, блин, много здоровья, а мне здоровья и так нету, так что... Давай, давай. Какой есть, такой есть. Так что всё. Всё. Да-да-да. Ну ты не расстраивайся. Я расстраиваюсь-то. Даже вообще не расстраиваюсь. Не парюсь, не заморачиваюсь. Не ври нам. Я врач, нет, Гози никогда не врач. Гози только добро делает. Да, ребят, кстати, напомню то, что первая карта была у нас Люкс, выиграла команда Kings. Kings. Да, и вторую карту выиграет у нас пока что команда Kings со счетом 6-3. Чё молчим? Стесняемся. Где работа? Где? Годз. Ги. Не Годз, а Годзи. Ты будешь Годз. Ну ладно, это будет пик. Пик? Да. Пик! У меня ж рука заболела, когда ты принесла это. А ты как связана с этим? Не что знаю, ты там в это время делал? Она лежала на мышке. Он похитила, делал. Вот, ребята, слышали, был вопрос, не бьет ли она током? Вот, все, она через расстояние уже бьет. Через мониторы. Через наушники. Ну, может быть, может быть. Так, вот, смотрите, присоединился. Так вот, здесь мы начнем. Я вот заметил, вот на каждом ножевом турнире или каком-нибудь другом турнире, даже по БФК, есть человек в команде, который не одевает шлем. Ну, плюс один. И вот в каждой команде он по-любому есть. Вот, допустим, у команды Kings это The Best Star, а у команды Danger Shot это пушистый. Ну, это фишка, не знаю, там какая-то. Флешмоб. А, вот, Вик, смотри, тут Гуар такой произнес. Вопрос задал. Насколько выдаются, выдаются улички Кингам, если они выиграют? На 2 недели или насколько? Пока этот вопрос еще решается, но, скорее всего, до следующего либо форумного турнира, либо ножевого. Ну, то есть примерно, да, наверное, недели на две. Ну, то есть они не будут оставаться постоянными и периодически будут убирать их. Я тоже хочу улички администрации. То есть ты много хочешь. Ну вот, то, что много хочу, это да. Банку ему подавай, лычку ему подавай, охренеть. BMW подавай, машину, здоровье, все подавай, короче. А BMW это типа не машина, да? А ты машину для сказал, да? Нет. А я не враг, я проект не расслышал. Ну это так. Что тебе еще подарить? Не, ну можно еще айфончик пятый. А шестой не надо? А шестой, да, у тебя шестой. Шестой уже, вы че? Называется Samsung. Может десятый? Ну, он такой длинный, как для тебя. Есть второй iPad. О, его давай тоже. Сейчас уже четвертый вышел, зачем тебе второй? Ну, блин, у меня ни первого, ни второго нету, ни четвертого. На самом деле, отличия мне вообще не больше. Так что брать там, переплачивать за третий даже, если можно взять второй, бессмысленно.
Так, я что-то здесь на чат залип, что-то перший там... Материться? Нет, не материться, он пишет только Старладером, он, наверное, тему там не читал, не знает то, что еще удается форумом, турниром, кунчики. Да-да-да. Так, а счет у нас, сейчас напомню, 6-4 в пользу команды Kings. Да. Давайте посмотрим сверху. А что это за бастард? Смотрите, сидит на респе, да, сейчас посмотрим. Что он ждет, непонятно. Он, наверное, сейчас, когда всех минусов на Б, он бежит на альфу. Нет, когда всех закоцают, он пойдет отобьет. Да, просто каждый сам себя. Это не командная игра, просто. Пацаны, простите. Игра по имплайн содержит цены насилия и жестокости. В игре существуют возрастные ограничения. Смотри, нам тут вопрос хотят задать. Ну, давай, задавай. Хотят или задали? У меня вопрос к примерам. Да-да-да. Да, вот тут, кстати, Палочка написал то, что сегодня приветов не было. Вот хочу воспользоваться моментом, передаю привет тех судье Алине, миссис Лойбова. Да-да-да. Так, скажи, что ты хочешь не подкатить. Нет, не хотел, просто я обещал ей передать привет, вот я ей передал. Да. Подкатываешь? Не, у меня Наташа есть, куда мне ничего не надо. Так, знаю я такого одного. Ну, кого, Фонтан? Нет. А кого? Поттер, что ли? Нет. А вот смотри, Ноб задал такой интересующий вопрос. Улычки дают всем, дают и запасным игрокам? Нет, только вечерами знаю. Так же, как и призы. Это печально, кстати, по-моему, дискриминация какая-то получается. Да-да-да. За запасные ничего не дают. Ну... Даже если они участвовали. Тоже виноват, что они запасные. Ну, кто вот именно, кто в этом виноват? Время приветов, и... Слава тут просит передать ему привет. Кьюдос, мы шлем тебе пламенный привет. Годи тебя целует. Обнимает. Ужасно. Во все... Клава, Клава, не верь ей, Клава. Она все врет. Она меня с Барзи хочет выкинуть одним словами. Нет, ты что, Годзи. Успех выйдет. Ты мне еще в Макдональдс поведешь, как я могу сделать? Ну-ка, еще шоколадку подарить. Да. Вообще. А вот только потом, тогда можно. Да? Так что смотри, сначала шоколадку подарю, а потом уже когда-нибудь там это лет через 10. Так сложу в Макдайк. Когда он закроется уже, да? Ну, не знаю, наверное, это не закроет. Да фиг знает. Может, там Армагеддон еще будет один. Да у нас все закрывает что-то. Когда-нибудь и твою контору закроют. Мою? Да. А, интересно, чем? Не знаю. Просто закроют. Почему бы не закрыть, подумай, то и закроют. Да, закроют меня так на лет 10, так, на Канаре. Лет на 20. На нары, а не на канары. Я на канарах буду. Я на канарах лучше, чем на нарах. На канары на 20 лет. Ну, это что, нормально же? Да, вообще супер. Походу, два раунда сейчас будут уже за командой Кингзов, и это... Нет, видишь. Взяла на карту, ай-яй-яй, Вика, Вика. Ну, блин, дуба, дуба. Это не важно. Миссия успешна. Все равно, мне кажется, третьей карты не будет. Ну, я надеюсь, что будет третья карта прям. Мне кажется, ее не будет. Давай, если вот ее не будет, ты мне купишь три шоколадки просто. Три? Да. Третьих? Нет. Не буду обещать. Правильно, лучше не надо. Смотрите, Диана пишет Пика LSD Pro. Мне опять скинула работу свою, это вообще о-хо-хо. О-хо-хо. Ты можешь даже ее на стриме прям показать. Ну давай, давай, посмотрим. Мне кажется, это вообще победная просто работа. Нет, ну фу-фу-фу, мне первая больше понравилась, так что... А мне это... Она правдоподобнее выглядит. Да, да, могу да, вот эту пропалить первую работу, так что вторую никак не... Давай, выкладывай. Первую только. А то я расскажу Славе, ты хочешь его
Фу, такой бич, фу. Никак я его не хочу обнять. Хочешь, ты мне писал личными сообщениями, что ты его любишь. Ой, ну ладно, я твой номер не знаю, и ты мой не знаешь, так что все. В скайпе я имею в виду. Но, что-то вот смотри, вот слышно, она сама себе противоречит. СМС-ки писал, на телефон писал, а сейчас говорит в скайпе. ЛПС тебе сказали, писал. Ну, значит? Они. Так что ты пытаешься меня сбить с толку просто. Выкладывай свою фотку, давай. Ну ладно, сейчас покажу, короче. Вот это работа была, пацаны. Вот это тема. Не, вторая круче, так что давай выкладывай вторую. А вторую, ладно. Не-не-не. Вторую, знаешь, просто. Знаешь, там вторую. Диана ответила? Что? Пишет, типа, Вов, прости, хочу донат. Я думаю, ну поняли, какие девушки все продажные? Ты офигел? А что, я вот ради доната она, ну, это что, сделала? Выложила прям такую фотографию. А, целых две. Блин, ладно. Сначала приукрасил, потом можно и более рискнуть. Ну, Вов, тебе недалеко осталось качаться. Не, ну это да, это... Пару лет. Не, ну может... смотри, если я сейчас начну есть тупинь, качаться усердно, очень сильно колоть какие-нибудь там наборики себе мышцы, то за месяц 4-6 можно такого результата добиться. Ну, так но будет. И через месяцев 7 откинуться точно. Ну и ладно. Нам тебя не жалко. Что ты пишешь себе? Клавиши, ну лобби, то. Еще можно так. Нет. Сломай клавиатуру еще. Ага. Не, ну я могу сломать, конечно, она офисная, мне ее не жалко. Стоит 100 рублей, наверное, не знаю, сколько это стоит. Так-то у меня в другой комнате еще две клавиатуры лежит. Да-да-да, по соточкам. Клавиатурный дилер? Ты болеешь клавиатурами? Так, счет у нас получается 8... Или не 8? 8-6, по-моему. Да-да-да. 7, 6. О да, как вы долго считали, ребята. Ну это пул, смотри, он в школе просто математики не обучался, он сейчас вот считает. Математика. 1, 2 по пальцам. На пальцах? Пальцем хватил, на ногах загибал. Там не сгибать просто много времени. Пришлось потратить. Досчитал до 5, сбился снова. Заново давай. Не, не до 5, вот до 6 дочитал, сбился. Ой, вот, топорик взяли, неужели же? Наконец-то! Я прям жаждил этого. А мне вообще нравится топор. Еще особенно если какой-то. Кинуть и попасть, это вообще. Это прям джедай такой. Топор. Вообще... А, е! Вот да. Детка, я попала просто. Как эти назывались звездных войн, которые мечи кидали? Джедай? Мечи кидали? Да, джедай, бог. Кидали. Ну, это не джедай был. Как бы... Блин, Вика, смотри, у нас уже смотрят 57 человек. О, да, это больше на 20 человек, чем... Все хотят, да, все хотят нарисовать Вову. О-о-о. И задать какой-нибудь любой вопрос Вике. Да-да-да. Ребят, задавайте любой вопрос Вике. Да потому что, блин, был бы я бы обычным юзером. Я бы позадавал. Каверзных вопросов. А? Каверзных вопросов. Ну да. Ну, допустим, вот я могу сейчас задать тебе вопрос. Хочешь? Это вопрос? Да, вопрос. Это уже вопрос? Да. Нет. Ну тогда слушай, сколько у тебя зарплата? Не скажу. Эй, там не хочет парень, да. Ужас. Этот вопрос я не разрешаю. Ладно, а сколько уже ты работаешь в Инове? Практически год, вот 16 февраля. Ты как сказала, 16 февраля, я сразу помню, когда девушки дату считают, сколько парней встречается. Но эту дату я никогда не считала. Не, ну некоторые считают, ну, я думаю, ты тоже считаешь, нет. Сколько ты дней на работе, завтра такой, ага, 360. 344 дня, 345 дней. Вот мне делать-то нечего. Ну, вдруг.